Всем привет! В новом видео я хотел бы вам показать Музей науки и техники Шанхая. Вот здание музея. Такая площадь перед музеем. Вот вокруг музея. Вот впереди вход в метро. Ну что ж, пойдем в музей. Вот впереди кассы, тикет-офис. Сейчас буду покупать билет. И вот я в музее, вначале оговорился. Музей науки и технологии, а не техники. Зал с разными роботами. Тут и стрельба из лука, и игра в шашки. Робот играет. Вот робот портреты рисует. На камеру не очень видно. Но рисует довольно-таки хорошо. Стрельба из лука. Роботы стреляют, и человек стреляет. Такое вот соревнование. Вот мишени. Робот играет на инструменте. Слышно, как щелкают пальцы. Очень много разных стендов. Вот стенд, как работает компьютер. Тут описание есть. И составные части компьютера. Клавиатура, материнская плата, жесткий диск, оперативная память, принтер. Вот еще стенды. Великая китайская стена. Телефон. Огромный музей, куча разных экспонатов. Вот подошел, роботы танцуют с ключами. Модель инсулина. Сейчас зашел в Human Body театр. Тело человека. Посмотрим, чего тут покажут нам. Чем фильм длится этот 8 минут. Тут рассказывается про кровеносную систему, про костную систему, сколько костей, как что в организме устроено, в общем. Довольно-таки интересно. Далее вот такие вот стенды есть. Артерии и вены.
артерии. Вот отдел музея, посвященный космосу. Тут вот такие вот есть развлекательные стенды. Можно проверить себя на пригодность космонавтам. Попробовать, что ли? Космический костюм. Вот. Скафандр. Ракеты. Ракета «Протон». Китайская. «Протон» ракета. Показана космическая станция в космосе. Макет. Макет Земли со спутниками. В холлах музея. На стенах фотографии и описания известных ученых. Эйнштейн. Е равно МЦ квадрат. Тут в каждом холле есть описание ученых. Зашел еще в один зал. Тут тоже куча всяких экспонатов. Он на велосипеде ездит с грузом. Велосипед не опрокидывается. Вот. Кран висячий с водой. Прикольно очень. Прикольный стенд. Можно покрутить шестеренки. Посмотреть, как что вращается. Для детей, конечно, музей потрясающий. Также вот демонстративные стенды по разным, так сказать, физическим эффектам. Вот мне очень понравился. Здесь стенд, вот здесь кнопка включения, это я включаю свет и направляю его, он отражается, и элемент внутри начинает вращаться. Вот на соседнем продемонстрирую, вот в отражатель попадаю, синий, и начинает вращаться. Ну вот и пробежался я по музею, конечно, если везде все читать, во все вникать, тут, наверное, недели не хватит на этот музей. А так бегло можно пройтись, посмотреть. Очень красивый музей. Ну, конечно, тут не для уже взрослого поколения, это более как для такого детского возраста, но все же интересные экспонаты, мне очень понравилось. Надеюсь, и вам понравилось снятое мною видео. Но если хотите большего, то нужно будет уже посещать данный музей в Шанхае. На этом буду видео заканчивать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Поддержите лайком это видео. Также прокомментируйте, что вам понравилось из увиденного. На этом все. Все пока. Пока.